Добрый день, вы на канале 18 соток, на улице уже сентябрь месяц, я собрал часть острого перца, перец многолетний, и я хочу дать вам несколько советов, как можно ускорить созревание перца, что для этого нужно делать. Итак, чтобы наши перцы быстрее дозрели, нам нужно, во-первых, вот берем, к примеру, вот этот вот сорт. Это сорт Аджи Дульче Ред. Сейчас я вам покажу его. Он высокоурожайный, тут на нем невероятное количество перца. Если посмотреть, чуть тут навязалось столько их, что просто кошмар. Как бы этого вполне достаточно. Здесь очень много. Вот сейчас я покажу, смотрите. Тут просто невероятно, смотрите сколько. С одного куста просто кошмар, сколько перцев. Это высокоурожайный сорт. Так, в первую очередь, что нам нужно будет сделать? Нам надо будет убрать все созревшие плоды. Все плоды, которые созрели, все надо будет обязательно убрать. Для чего? Для того, чтобы дать дозреть остальным плодам. Вот мы снимаем все плоды, которые у нас дозрели. Удобно и камеру держать, и все это снимать. Вот, например, убираем мы часть плодов. Убрали, часть уже будет дозревать. Вот, например, я собрал немножко с одного. Так, это первое. Так, оставляем их пока здесь. Так, второе. Я уже говорил, это многолетники. Они цветут и плодоносят круглый год. Вы видите, на них есть цветы. Эти цветы все следует обязательно удалить. Все цветы обязательно сразу начинаем удалять. Вот начинаются мелкие завязи. Вот видите, завязалась завязь. Сегодня 3 сентября. Этот плод не вызреет. Он не вызреет и не даст остальным вызреть. Но этот плод еще как бы еще может вызреть. Вот это все должно обязательно. Вот видите плодик. Вот. Если в теплице, этот сорт просто ломится от него, от плодов. Такое громадное количество. Просто невероятное. И вот все вот это мы должны с вами будем обязательно убрать. Так, это у нас второе. Третье. Вот у нас перец. Вот у нас точка роста. Здесь завязываются все плоды. Вот. Что нам нужно будет сделать? Вот эти вот части удалить. Все это, точка роста удаляется полностью. Остается вот такой вот вершок. Все, где вот здесь внутри у нас цветочки будут, здесь мы обламываем. Здесь как бы мы не сможем удалить точку роста. Мы убираем вот боковые. Видите? Это нам уже не нужно, оно уже не пригодится, все. Вот, вот, вот это мы отщипываем. Вот это, видите, цветочки, все это отщипывается, все удаляется обязательно. Так, это у нас третье. Четвертое. Нам надо убрать излишки листвы. Как мы видим, здесь листвы просто нереально сколько. Ну, так как мы с вами вершки уже убрали, нам надо освободить немного листвы. Вот видите, вот эта вот часть. Здесь не будет растения. Нам нужно оставить один листочек вот под плодом. Этот листок кормит вот этот плод. Вот это нам не нужно. Значит, это мы удаляем. Листочки нужно обязательно удалять. Часть листьев обязательно обрывается. Оставляет, ну, где-то процентов, наверное, процентов 30 листьев следует убрать, поприщипать все точки роста, и наши плоды в много раз быстрее начнут вызревать. Если этого не сделать, вы соберете зеленые плоды недозрелые. Так, и последнее, нам надо удалить все пасынки. Если вы хотите, к примеру, оставить на следующий год растение,
Мы удаляем с вами пасыночек, ставим его в водичку, вот отщипываем. И вот такой вот пасыночек ставим в воду. Он у нас пускает корешки. Где-то в течение 2 месяцев, где-то в декабре у вас будет полноценное растение с корешками. Опять весной вы можете опять же его высадить. Вы можете взять 10 пасынков, 20, 30, столько, сколько вам надо. С одного растения вы можете размножить его в невероятном количестве. Я так делаю практически каждый год, чтобы оно не высевать, и оно начинает расти. Как бы это долгий процесс. Это уже полноценное растение с мощной корневой системой. И снова опять высаживаете, и опять получаете новые урожаи. Сейчас сентябрь 2017 года. Ну, что я хочу сказать по поводу этого года 2017? Сказать честно, это какой-то аномальный год. Ну, как бы урожай нормальный, но не сравнить с прошлым годом. Все кусты, которые у меня были, к примеру, высотой там чуть ли не по 2 метра, в этом году 60-70 сантиметров. Все. Некоторые даже 50. В прошлом году был 1 метр. Я высаживаю там по 7, по 8, по 10 кустов. Среди этих 10 кустов, думаю, самый маленький, там 80 сантиметров. Все остальные очень-очень высокие. То в этом году все перцы, как и на один, 50-60, там 70, это вообще потолок. А, хотя должны быть там выше 1 метра. Так, и что я хотел вам показать. Вот смотрите. Вот видите, вот наш перчик. А вот там вот есть отверстие. Это бабочка-совка. Все, там уже отложила яйца. Это будет гусеница. Ну и все. Вот этот плод уже все, уже обречен. Я не обрабатываю ничем. Лучше пускай я потеряю там десяток, два, три. Ну, в этом году, грубо говоря, у меня больше сотни сортов. Это может 111, 112. Там еще очень много у меня декоративных сортов. Как бы я когда считаю, когда не считаю их. В этом году вот самосовка мне попортила. Я не знаю, со всех сортов я, наверное, штук 40, наверное, перцев. Вот они мне испортили. Ну, это как бы с такого количества это не столь важно. Самое главное, что я в этом году не применял никакие препараты, ни био, вообще никакие. В прошлом году применял, но они вонючки такие, что просто там перец невозможно есть. Вот так гусеница бабочки-совки расправляется с перцем. Вот что внутри нагажено. Все съедено, все семечки, плацента. Все это она съедает. В этом году меня она больше всего полюбляет пуджалокию. Это неимоверная острота. Ну и как бы, наверное, такая острота нравится. Ну, вот. Это все, что осталось от перца. После того, как растение плодоносит, вы соберете полностью весь урожай, это растение можно будет обрезать. Оно укорачивается на 30%. Срезаются верхушки, оставляется только центральная часть. Примерять потом попозже вам, когда я буду перевозить некоторые из сортов опять домой, я вам покажу, как это все делается. Обрезается, выкапывается растение, потом это растение сажается в горшок, ну, там недельки 2-3 поболеет, и опять на следующий год вы его высадите. Оно будет уже довольно крупное. У меня здесь есть некоторые растения, которые высажены. Вот они у меня уже некоторые 2 года, некоторые 3 года уже плодоносят. И я их вот вожу постоянно домой. Они зимуют у меня дома. Так, ну вроде рассказал вам все. Если что-то, может быть, и забыл, обязательно задавайте вопросы. Я всегда на них отвечу. Все. Всем пока. До свидания.